Oh, come on, Reggie. Everything will be fine. We will be accepted into the team. Bonjour, bonjour. Видите, шпани из чужой район посмели пройти в наш район? Здорово, мои маленькие капиталисты. Или кто вы там? Во-первых, спасибо вам за то, что нас уже 1000. Сегодня у нас на повестке, во всех смыслах этого слова, произведение Вивьен Медрана под названием «Отель Хазбин». Я решил отойти от привычного формата своих видосов и попробовать что-то новое. Вы спросите, зачем? А тебя это не должна. А если серьезно, то с этим мультом у меня долгая история, ведь благодаря ему я по сути начал свою деятельность на канале. Правда, при этом и насоздавал в свое время много дерьмороликов, от которых мне до сих пор стыдно, но которые тогда дали мне неплохой старт. Ладно, неважно, проехал. Сразу скажу, легально «Отель Хазбин» на территории РФ не посмотришь, из-за ухода многих стриминговых компаний. Поэтому на такое действие со стороны американцев у умельцев нашего РУ комьюнити был весьма на это сильный аргумент. Иван, как слышно, прием. Слышу хорошо вас, Иван. Что у вас? Груз у нас, Иван. Понял, Иван? Стойте, это же лицензионный контент, так нельзя не... Это привело к тому, что первые две серии были слиты еще до официального слива. Лица тех, кто платил на Amazon, представили? Я думаю, представление «Отель Хазбин» особо не нуждается, ибо в свое время он породил столько шума, теорий, мемов и скандалов с его переносами, что аж не сосчитать. Или недавнюю историю, ставшую мемом, когда ютубер под именем Вербалайз заплатил художнице 50к. Вообще на Патреоне! Чтобы она изобразила, как этот самый ютубер вначале убегает от Чарли по совместительству главной героини Хазбина, а потом вместе с ней же совершает, ну вы поняли. После такого челика из-за данной ситуации начали нехило так обсирать, припоминая ему все грешки в этом вашем интернете, ибо сумма за такой короткий клип была немаленькая. Чё, закибербулили тебя, да? Ну я не знаю, выключи компьютер, хз, иди нахуй отсюда, давай. Сказать честно, я не вижу в его действиях ничего плохого, ибо те же самые каэстеры вместе с фанатами гачи игр и то больше платят за всякие скинчики для своих персов и оружий. А тут тебе за 50к целый ролик с участием тебя и твоей вайфу. Что ж, будем надеяться, что Вербалайз был единственной жертвой похотливого демоненка.